Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем с вами проходить болотную атаку. У нас 17 уровень, и совсем немножко осталось до босса. Видимо, какой-то кабан. В общем, дойдем, посмотрим. Ну что же, приступим, пожалуй. Энергии, конечно, у нас маловато, но если мне дадут умножение, то, соответственно, и дадут энергию. Болотный бегун. Вот так вот, болотный бегун, значит, да? Кукиш вам всем с маслом, бегуны. Так, ребята, я понял. Понял я эту тактику. Здесь у нас бомба-вонючка будет бесполезна, поэтому тратить нам ее не придется. А придется тратить только лишь аккумуляторы, потому что они все в противогазах. Так, свинья, иди отсюда. Ну куда вы там на своих лодочках паршивых мчитесь? Так, надо, наверное, ребята, арбалет поставить. Это уже через все рамки переходит. Мне интересно знать, за что там держатся вот эти вот свиньи, когда спускаются ко мне на вот этих вот тросах. Их там с вертолета, что ли, ребят, сбрасывают или как? Непонятно, немножко даже странно. Все, они меня достали. Вот так и вот так, замечательно. Че, свинюшек больше не будет, все? Нет, вот они, ребята, идут. Улей бросим. Так, улей довольно неплохо, ребята, колбасит их. Так, что такое? Появиться не успел, как ребята его сразу же подбило. Так, секунду. Справляемся довольно хорошо. Арбалет рулит. Осморжье тоже топчик, так что все хорошо, все под контролем. Так, свинья, вали. Так, надо перезаряжаться пока, да? Пока есть время. Еще, наверное, будет две волны. Так, свиньи. Вот хламонки, а. С такими миниганами еще в руках. Откуда они оружие-то взяли, ё-моё, а? Что это за животные такие, мутированные? Да уйди ты отсюда, достал. Ваня, помогай. Не расслабляйся лишний раз. Война еще, как говорится, в разгаре, а ты уже расслабился. Так, свинью эту надо чпокнуть, она уже достала. Я все космо-ружье потратил, абсолютно, практически, ребят. О, мне выпал улей. А ну дай-ка я вот так вот брошу его. Слушай, ну неплохо. Давай, последнего гаврика, наверное, да? Да, ребята. Ну что, неплохо. И умножение. Вот, наконец-то, дождались мы. Ну что, ребята, почти 30 тысяч мне дали. И вот что я хотел вам сказать. Многие просят, купи, говорит, Рэй, этот, как его, пугало. По-моему, пугало меня просят взять. Ребята, оно открывается на 22 уровне испытания. Поверьте мне, я в испытание пробовал зайти, поиграть. Там такая жесть, я не знаю, ребят, я на 3 уровне только встрял. А кто-то из подписчиков писал мне, там так, все легко, все изи. Ну, ребят, я не знаю, либо я слишком слабый для такого изи. На 22 уровне, это вот сюда мне нужно добраться. Я еще 3 уровень не могу пройти. Но если вы не верите, хотел сказать, давайте проверим. Но я за это, по-моему, энергию потрачу, да? Блин, а у меня энергия сегодня нужна для чего? Для того, чтобы пройти босса. Блин, ну ладно, следующую серию, может быть, мы с вами посвятим испытанию и мультиплееру. Может быть, даже быстрым миссиям. Ладно, ребят, 18 уровень у нас. Кстати, тут акула какая-то будет еще. Ой-ой-ой-ой-ой, я не прикупил ничего. Чудо, да, ребята, чудо. Чудо меня только здесь, по-моему, спасет. Если оно будет. Опачки, ты посмотри. Ребят, свиньи-то уже. Вообще оборзели в корень. На вертолетиках тут, на пропеллерах летят. Ну да, как я тут, интересно, буду играть-то, а? Оружия нет вообще, ребят, никакого. Блин. В этой спешке, ребята, все позабыл купить себе, а? Ну как же так? Сейчас я все бонусы тут растрачу. Все, абсолютно. Давай кислотный дождь вызовем, а? Может быть, он нам поможет хоть как-нибудь. Ага, летают орлы. Слушай, ну кислотный дождь довольно неплохо их разъедает. Сколько, ребята, времени, да, впустую прошло. Дождик капает, а врагов не было. Так, дай-ка еще выбросим дождик. Так, медвежонок довольно неплохо справляется. Он бросает коктейль Молотова. Эти установки горят, это хорошо все. Так, кабанчики. Кабанчики это вместо мух уже у нас пошли, да? Ну, иди отсюда. Так, дай-ка мне уточку. Каждая копейка здесь на счету. Эй, куда это вы так
близенько-то подлетели к моей базенке. Сосунки. Вам здесь не рады, вас никто здесь не ждал. Так, установки откуда-то берутся прямо из-под земли, из-под воды, ребят. Видимо, злой профессор их везде тут поустанавливал заранее. Пока мы тут отдыхали, он везде их понатыкал, чтобы мы как только зашли в игру, сразу начиналась вот эта вот катавасия. Появление ненужных нам предметов. Так, ну-ка, улей. Так, секунду, я сказал. Ёлки-палки, ребят, вот это расколбас. Вот это расколбас, я вам скажу. Но это последняя волна. Я выдержал, но траты будут сейчас колоссальные просто-напросто. Ну, во-первых, я должен закупить оружие себе, боеприпасы. Так, где у нас? Вот они. Так, 16 болтов и 300 зарядов для косморужья. Так, хорошо. Дальше давай, наверное, купим себе... Да, у нас очень мало аккумуляторов, это нужно, ребята, исправлять. Так, один штучек возьмем. И кислотного дождя тоже где-то 10 штучек. Вот так, возьмем еще, наверное, 3 улья. Раз, два, три. У нас еще есть деньги, кстати. Мы что-нибудь можем, кстати, улучшить. Миниган у нас полностью. Кисломет. Кисломет улучшить, что ли? Так, тут у нас все улучшено. Самолетик можем улучшить. Рояль. Так. Бомба-вонючка пока у нас есть. А свинорыл открывается на 42-м, ребята, уровне испытания. Обалдеть. Просто обалдеть. Ну, я предлагаю, раз у нас, ребят, есть деньги лишние, может быть, улучшим вот так, чтобы у нас было все улучшено. Абсолютно. Хорошо, поехали. Следующая миссия у нас 19. Ребята, здесь акула должна быть какая-то, судя по всему. Курс сиделки. Нифига название-то какое. Курс сиделки даже. Хе-хе-хе, вынырнул, голубчик. Думает, я его не вижу, ага. Я тебя вижу. Так, а вот это надо убирать отсюда. Так, секунду, еще один, ребята, аккумулятор запустим. Да уйди ты отсюда, а. Так, что они делают? Я, ребят, честно говоря, не видел, чтобы они что-то делали. И, честно говоря, не хочу проверять даже это. Пока они просто выныривают. Да иди ты отсюда, хилищий аппарат. Слушай, они меня нервируют. Они вроде бы ничего не делают, но они меня почему-то нервируют. Так, пора бросить аккумулятор. Разлетались тут, да? Нечестивцы. Из-за них только уточку продинамил, ребят. А ну-ка, арбалетик, на взвод. Тих. Аккумулятор. Тут, кстати, вот надо что делать. Не аккумулятор, ребята, а дождик. Дождик, конечно же, применять. Опа-на, установочка. Так, пока справляемся, давай его так сделаем еще. Нормуль, пока хорошо, арбалет. Эти тут появляются, сразу же сгорают. Опять мухи. Я брошу улей и возьмем еще кислотный дождь. Куда ты летишь? Правильно, кузен. Поглощай этих комаров несчастных. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то они уж больно близко тут подошли. Дядя Ваня, я тебя прикрою. Я постараюсь, я вижу, они тебя бомбят. Вижу, вижу я это. Неужели прошли, а? Вот так-то. Кто еще? Блин, еще там один спрятался, да? Фух, нормуль. А вы знаете, я вот подумал, зачем я вот буду улучшать все, что мне не нужно. Я лучше, знаете, что сделаю? Буду закупать те же самые аккумуляторы, как говорится, впрок. Чтобы у меня их была просто целая куча. Чтобы я в этом никогда не нуждался. Я думаю, что это лучше всего, чем апать то, что мне не нужно. Вот так вот я сделаю. Ах ты, 20 максимум. Понял, я понял тебя. А здесь сколько? Тоже двадцаточка. Ха-ха, хитро придумано. То есть я не могу себе закупать, сколько я не захотел бы, да? Ладно, я потрачу все, ребята. Так, и получается еще... А все, ребята, вот в данный момент здесь по максимуму я затарился. Соответственно, я еще должен здесь прикупить боеприпасиков. Ну вот, теперь я прям вот по фулочке экипирован. Ребят, я думал, что это будет акула, а это, оказывается, слизень. Ну, просто так сделали, как будто акулий плавник. А это, оказывается, голубой слизень, елки-палки. Я так понимаю, он будет в этом уровне, что ли, про пришельцев? Странно. Ладно, хорошо, давай заценим, что тут такое. Раздвоение личности. Ну, я понял, это сейчас вот эти пришельцы будут раздваиваться. Это уже, как говорится, мы проходили.
Но хорош, может, уже тут летать-то. Где тарелка? Тарелка мне нужна. Так, бомба вонючка. Применяем. Так, пускай они тут делятся. Так, еще, ребят, тарелка. Ну, бомба вонючка хорошо. Так, что тут у нас? Бесконечный раздвоитель. Пришелец с неприятной привычкой раздваиваться при попадании. На этот раз его так просто не остановить. В плане, ребята, он что будет, до бесконечности, что ли? Или к чему? Опа-на, я понял тебя, парень. Вот это круто, конечно. Если таких будет целая армия, тут только нам, ребята, будет бомба-вонючка помогать. Да ну, иди ты! Ай-яй-яй-яй-яй, поджигает, ребят. Так, хорош. Хорош, я сказал уже. Так, кузен, 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 помогай. Ой-ой-ой, что-то происходит, ребят. Что происходит-то? Жесть какая-то. Так, мне дом горит, очень сильно горит, ребята, дом. Мне какие-нибудь бонусы-то дадут или нет? Эй! Пришельцы! Бомба-вонючка, запускаю сразу же. Так, хорошо. Улей. По-моему, прошел, да, ребят? Но если дальше будут такие, конечно, олухи идти, вот эти вот голубики, раздвоители, это будет, конечно, для меня плохо. Это ужасные монстры с бесконечным, так сказать, делением. Но это мы прошли с вами испытание. И мы с вами неспешно должны перейти на следующий уровень. Так, у нас открывается дополнительная сложность. Хорошо. Так, и 21 уровень. Ребята, осталось всего лишь 1, 2, 3, 4. 4 разика, и все, и мы с вами встретимся с боссом. А у меня, ой, как руки чешутся напинать его. Без единого пятнышка. Даже так? Ну ладно, хорошо. Без единого пятнышка, так без единого. Ой, сколько здесь, ребята, уборщиц этих, а? Прям убираться-то, как они хотят. Прям нет слов у меня. Ну давай, 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 крыса подзаборная. На болтом. Ха-ха-ха. Не на того напали, сосунки. Идите отсюда, эти мухи летающие раздражают. А кузен, кстати, довольно неплохо с ними справляется, вы заметили? Улетела. А, аккумулятор она сожрала. Я думаю, что такое-то? Она сожрала аккумулятор. Поэтому и полетела довольная. Ладно, а если я так брошу? Ах ты! Засосала улья, говнюха мелкая. Так, погоди-ка. Давай, наверное, так сделаем. Вот хорошо, что они не могут, ребята, бомбу-вонючку подобрать. Это классно. Так, давай бомбить. Ну что, что ты тут летаешь? Что ты тут летаешь? Тебе тут не рады. Нечего здесь поживиться. Хлебные крошки на сегодня закончились. Летает здесь. Думает, хлебушка ему подброшу. Нет, не подброшу я тебе ничего. Достали вы уже, а? Десантура, хорош. Так, ребят, прошли. Ну что ж, давайте произведем затарочку по полной программе. Так, боеприпасы. Давай, нет, не хочу, не буду. Не буду улучшать кисломет. Лучше затарюсь полностью боеприпасами. Вот это будет эффективно. Так, и аккумулятор у нас полностью с вами закупленный. Ладно, поехали. 22-я миссия. Слушай, а может быть даже успеем энергию накопить? Под чрезмерной защитой, да? Я понял. Вот они якобы, да, под защитой там супер-пуперской. Ну ты посмотри, а. Ребята, самое удивительное, что они бомбят не моего Джо, а бомбят мой домик. Чего ты им домик мой вперся, а? Жить прям не могут. Опа, 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 пулечки. Идите-ка, ребята, вы отсюда по добру, по здорову. Минус, минус. Дай-ка я вот так сделаю, на всякий случай. Зря, наверное, бросил аккумулятор. Как всегда, не вовремя. Так, уйди, уйди, не мешай. Так, бросаем этот аккумулятор, хотел сказать. Улей, конечно же, ребята, улей. Ури, ури. Я тут, прием, как связь, нормуль?
Так, отлично. Бомбанули. Давай кислотный дождь призовем. В конце-то концов, пускай он сносит вот этих вот. Так, секунду. Нормуль. Переключаемся. Опять они. Во, отлично, сейчас в данный момент хорошо осы сработали. Пчелы, мои пчелы. Замечательно. Так, хорош. Хорош тут барабанить. Че, главное, спотяжка, да, спускать, а тррр, и опять наверх, а. Прошли, да, я даже не заметил. Ну что же, мы с каждым уровнем все ближе и ближе к боссу. Поэтому, ребята, затарочка, как всегда, по максималке. Так, бомба-ванючка, да, у нас потратилась немножко. А, и улей еще, улей. Так, все, хорошо, боеприпасы. Боеприпасы, только арбалет потратили. Ну что, ребята, две энергии у нас с вами будет. То есть мы сейчас проходим 23 и 24 уровень, это уже будет с боссом. Отличненько. Тяжелое вооружение. Что такое? Что там хрюкает, хлюпает у меня? Эй, подожди, я не понял, а что вы такие стали вдруг сильные-то? Хорош. Ребята, это даже не свиньи, а больше похоже на кабанчиков. Есть такие маленькие кабанчики, миниатюрные. Я вот не помню, как их там величать. Вот они на них очень сильно похожи. Они такие миленькие, когда маленькие. Я видел фотографии. Вот именно вот с такими полосочками. А тут эти свинюшки не такие уж и миленькие, как мы посмотрим. Так, давай кислотный дождь зарядим. Много летающих просто здесь юнитов. Нервируют меня. Вот летающие юниты меня нервируют. Так же, как вот эти, которые умеют делиться. Так же, как и в противогазах скунсы всякие. Ага, хорошо. Давай еще дождик призовем. Так, ну этот уровень, ребят, я, судя по всему, пройду вообще великолепно. Изейши. На последнего босса, наверное, будем с вами брать миниган, скорее всего. Так. Уйди, 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 куда ты пролетаешь? Смотри, ребят, я в них стреляю, они почему-то наоборот ускоряются и летят ко мне ближе. Почему, так не пойму. По идее, должны наоборот отлетать, а они все ближе и ближе ко мне. Так, где мой арбалет? Дюх. Просто, ребят, шинкует он их на ура. С полтычка. Ну-ка. Видишь как, вообще беспроблемно. И уровень, кстати, уже практически, ребят, пройден. Остается тут, вот это последняя волна, наверное. Уточку заберем. И свинку последнюю с вами шандарахнем. Да, прошли ведь? Прошли. Ну что, дорогие мои друзья, вот мы, в принципе, с вами и подобрались к этому боссу. Сейчас я только закуплю все, что у нас потратилось в предыдущем бою. Так, аккумулятор нужен мне. Так, дождь возьмем и аккумулятор. Все. Ох, ничего себе, ребят, я думал, что она летает, она, оказывается, стоит. С пулеметами тут. Ох-хо-хо-хо-хо. Но я-то не отступлю. Так, погоди-ка секунду, мы хотели с вами взять миниган. Миниган, вместо чего мы будем его брать? Вместо какого оружия, ребята? Вместо арбалета? Или вместо косморужья? Наверное, вместо арбалета, да? Скорее всего, так. Убираем пока арбалет и берем миниган. Ну что, ребята, вперед! Как говорится, смотреть, что за хламон. Эпизод 9. Экстремальный шок. Воу, вот так вот сразу ты появляешься. Ты хорош, а если... Ну все, парень. Да ё-моё, я думал, он один будет здесь. Ага, один. Погнали. Что? Что ты делаешь? Тебе не нравится, парень? Тебе не нравится, как я с тобой здесь разбираюсь, да? Свинюшечка. Я разбираюсь не только с тобой, я разбираюсь так со всеми твоими клоунами, которые тут мешаются мне. Да. Ох, как ему не нравится, ребят, смотрите. Заелозил, а? Ох, какой же из тебя получится сочный шашлык. Ты куда бежишь-то? Эй! Ребят, смотри, что делает. Он дядю Ваню бьет. Я за дядю Ваню тебя пору сейчас на винегрет. Вот, ребята. Вот и спекся наш кабанчик. Ну, а я пойду пока делать шашлыки из него. Ух ты! Вот, ребята, о чем я вам и говорил.
Мы его просто-напросто зажарили. И у нас открывается эпизод 10. И главное, встречает нас такие здесь два, знаете, строителя-бегемота. Ну что, вы думаете, я испугался? Нисколечко. Я даже рад, что появился какой-то новый у нас противник, новый босс. И, конечно же, мы его с вами будем обозревать в ближайших сериях, когда только до него дойдем. А доходить нам придется до него через... через 24, ребята, миссии. Через 24 миссии. Слушайте, я не понял, а неужели это будет последний у нас босс? Ну, это как-то мне грустно, если честно. Я уже так привык к этой игре. Мне она так нравится. И да, по-моему, здесь 24 главы. А потом вот и мультиплеер скоро. Мультиплеер скоро. Чем-то здесь экскаватор нарисован. Ну что, дорогие друзья, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся с вами в следующей серии. Так что всем пока и удачки.